Всем, ребятушки, привет! С вами мистер Адлер, и сегодня мы с тобой посмотрим игрушку под названием Hills Legend. Мы с тобой уже, точнее, смотрели, но я никак не могу успокоиться в том плане, что мы бегали-бегали, но так и не прошли. Надо сегодня все-таки завершить эту миссию и найти все-таки эти сокровища. Я думаю, что ничего сложного не будет, потому что я побегал, честно говоря, без тебя. И да, я нашел место, где я, так сказать, пропустил ключ. Итак, игрушка каждый раз начинается в одной из старой легенды сказано то, что именно здесь можно найти путь к огромным сокровищам. Да, именно это мы и сделаем. Здесь, как ты помнишь, был контуженный монстр. Я записки уже читать не буду, потому что я их читал в первой серии, ты, думаю, их посмотрел. Если не посмотрел, то обязательно загляни. Потому что, в принципе, ничего такого мы там не вычитали, кроме того, что здесь происходит какой-то адовый пипец. В простонародье говоря, жопка какая-то тут происходит. И да, по сути, здесь надо на всякий случай читать все эти записки и бегать от контуженного монстра. Контуженный монстр, он бегает вот здесь, вот если я не ошибаюсь, вот здесь он где-то трется, вот этот контуженный монстр. Это просто на самом деле какая-то тень, которая тебя убивает. Убивает, и это очень странно на самом деле. В том, кажется, эта дверь заперта. Да, это не, тебе не кажется, она по факту закрыта, да. Это я тебя так часто... Вот здесь вот я в прошлый раз не открыл вот эту, бляха, дверь. И здесь у нас вот еще один контуженный товарищ. Я думаю, что я его выпущу. Так, 12.05.2016 года все занятия с пациентом временно приостановлены на неопределенное время. Помещение должно быть закрыто. Ключи переданы начальнику охраны. Заведующий Александров. Так, это младшему медицинскому персоналу. Хорошо. Соответственно, вон там я вижу ключ, которого мне не хватает. Так, где-то здесь были подсказки. Легенда спуститься в катакомбы. Это он сам голову поднял. Красавчик, ладно. Давай выпустим этого дурика. Так, нужен ключ. А ключ был, по-моему, наверху. Здесь был еще один контуженный товарищ. Мы к нему вернемся обязательно. Но пока что я пойду наверх. Пойду наверх, посмотрю, что здесь наверху. Точнее, я уже здесь был, везде здесь бегал. Мы с тобой это вместе делали. И здесь, по сути, ничего, по-моему, не было. Кроме тоже одного вот этого дуримара, который выходит отсюда. По сути, он мне тоже ничем не мешает, но я на всякий случай его выпущу. Выпущу всех нахер монстров. В принципе, больше здесь ничего делать не надо. Так, этот контуженный сюда идет. Окей, пускай идет. Давай, шевели ластами. Хорош там, блин, плестись, как не знаю кто. Как будто ты ж в туалета вышел, должен быстро бегать. Давай, бляха-муха. Он даже как-то странно ходит, на самом деле. Не, ну графика, что я тебе могу сказать? Она, конечно, желает здесь лучшего. Да, музыка просто нагнетает, просто жесть как. На самом деле, ни хера не страшно уже, потому что я знаю, что он контуженный, и от него все равно... Так, вот еще один контуженный. Главное, чтобы тот не вылез. Так, ты иди. Ага, прошел. А, второй пришел. Бляха. Вот печалька, на самом деле, что второй сюда пришел, и тут становится много просто. Вентиляционный канал, так, что же это такое? Это нечто не похоже на человека. А как не похоже на человека? Смотри, человек, самый настоящий, просто без скина. Просто скин забыл одеть, вот и все. Либо разработчики решили приколоться и... А, нихера не видно его. Просто забыли ему, так сказать, нарисовать лицо. Вот и все. На самом деле такой же контуженный, как и все. Так, этот здесь уже шляется? Не шляется? Где-то там шляешься. Так, этот где-то там шляется. Ну ладно, возьмем этот ключ. Этот ключик мне понадобится. Что еще у меня здесь было? Здесь еще что-то было. Бляха, тихо. Надо вот здесь вот посмотреть. Здесь, по-моему, была записка. Или я здесь был? А, я здесь был. Я здесь был. Ну а что делать? Так, этот контуженный меня напрягает. Он меня напрягает, он реально бесит. Просто тем, что он медленный. И, сука, он какой-то... Бляха, придется вниз спускаться. Ладно, спустимся вниз. Правление жутко неудобное. Жутко здесь долго бегать от них. И на самом деле, если он до тебя докоснется, то, соответственно, он тебя убьет. Это бесит, серьезно. Это бесит в этой игре. Это раздражает нереально. Тебе не передать словами. Хорош, тихо. Таких я звуков не помню. Здесь ничего не было. Так, дверь в комнату, открыть дверь в комнату, легенда холмов. Хорошо, у нас, по сути, миссия не поменялась. Так, что здесь? Записка. Так, многие признали, многие отлично, молодцы, красавцы. Но это... Тихо. Так, здесь нужен ключ. Ну, воспользуйся ключом, мать тебя, за ногу, а.
Где-то здесь, по-моему, еще был ключ. Ага, вот здесь вот что-то было. Записюлька была, записюлька. Я записюльки еще раз тебе говорю и не читаю, потому что я их в прошлый раз и читал. Все читал, там ничего интересного не было написано. Ну, тихо, хорош, давай. Главное, не залипай. Главное, не залипай. Так, этот контуженный идет сюда. Надо быстрее это делать. Надо быстрее, товарищи, надо торопиться. Потому что контуженный он, бляха, он такой. Он, знаешь, как... На всякий случай я читаю все записки повторно, потому что мало ли какой скрипт работает, срабатывает, не знаю. Что-то по-любому здесь происходит. Так, хорош. Так, этот контуженный сейчас сюда придет. Здесь я все собрал. Здесь я все собрал, здесь больше ничего не осталось, кроме вот этой двери. В этой двери нужен ключ. Бляха, везде ключ нужен. Нужен ключ. Так, дверь на кухню надо. Найти ключ от двери на кухню. Легенда... Да, нет, я уже читал. Угу, хорошо. Так, а я сюда я могу попасть? Тут же этот контуженный тоже шастает. Он же тут терся. Пропал. Видимо, пропал. Так, воспользоваться ключом. Хорошо, дверь открыта. Прекрасно. Ну, возьми ключ, мать тебя за ногу. Так, взял ключ. Бляха, вот это вот печалька. Вот и о чем я и говорил. Да бляха, ну. Дурацкое управление. Дурацкое управление, жутко дурацкое. Этот бляха-дурачок за мной ходит. Так, здесь... Угу. Открыли, если он сейчас сюда зайдет, он меня собака зажмет. Здесь, в принципе, ничего не было написано, кроме того, что еда, скорее всего, отравлена. Бляха, вот сейчас на него наткнуться будет печалька. Чем дальше, тем хуже управление. Так, здесь я все собрал, ключ взял, отлично. Надо теперь... дверь на кухню я взял, ничего там не было. Осталась вот здесь вот одна дверь. И главное не наткнуться на контуженного здесь. Потому что это контуженный... Да хорош, где ты? Тихо, серьезно, где ты? А где он? Контужин, ты где? А где он трется? Ты тут где-то? А, вот он ты где. Вот дурачок. А что ты поднялся наверх? Тебя никто не звал сюда. Иди нахер отсюда. О, какой-то медленный, а. Единственное сложность с этим дурачком и вообще в этой игрушке, это то, что... Куда ты пошел? У тебя все хорошо? Нет, у него не все хорошо. Я очень боюсь к нему приближаться, потому что он, бляха, он так медленно реагирует. Он вроде сюда идет, но потом в какой-то момент херак, и он залипает. Так же, как у меня управление. Ну, бляха, иди сюда. Что же такой дурачок, а? Тебе не только скин не нарисовали, тебе и мозгов не дали. Глупый скрипт, а? Ну, мне надо в ту дверь, а он ее собака охраняет. Я ж туда забегу. Он же потом туда пойдет. Я ж как пить знаю. Оп. Нужен ключ. Нужен, бляха, ключ. Ключ нужен. Так, ты куда ушел? Так, он походу пошел вниз. Да, он походу пошел вниз. Ну и хер на него. Давай посмотрим, что я тут забыл открыть. Так, здесь, по-моему, ни черта не было. Здесь, по-моему, ничего не было в этих дверях. Бляха, ну кто открывает дверь на себя, а? Да, здесь ни херашечки не было. Пойду вниз, блин. Так, пойду-ка я вниз. И, по-моему, вот здесь вот, я еще вот здесь не был. Вот здесь двери не открыл. Хорошку. А, ты вон ты где. Что-то до хера тут звуков. Очень плохо видно их на самом деле. Он тут вот здесь вот вылезет. Блин, вот как они меня бесят. Они такие медленные, такие вот никакущие. Вот, вот честно, вот в этой игре тебе просто надо... Если он меня сейчас ударит, мне хана. Иди нахер от меня. А что так много звуков-то сразу, а? Да, он сейчас за мной пойдет. Так, 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 тихо, 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 тихо. Здесь ничего не было. Блин, ну опять дверь на меня открывается. О, батенька, батенька, тихо, по одному. Стопэ, стопэ, по одному. Давайте-ка наверх поднимемся. Так, ребятки, давай за мной наверх. Давай, 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 за мной наверх. Я думаю, я вас провожу сюда наверх. Вы тут прогуляете. Тихо. Да бляха муха, ёптих-моптих, зависает, ну. Дебилизм. Вся эта игра сводится к тому, что ты, сука, залипаешь. Так, ладно, я, ребятушки, нажму на паузу
И сейчас быстренько пройду, все соберу и покажу вам, с чем это все заканчивается. Точнее, да, я не буду еще раз это бегать, это действительно геморрой. Итак, в общем, ребятушки, я собрал все эти ключи гребаные, спустился, подожди-ка. Короче, за мной тут бегают. В общем, интерес в этой игрушке в том, что ты, когда собираешь все ключи, за тобой невероятно часто начинают часто ходить вот эти блядские, простите, монстры контуженные, и они постоянно за тобой ходят. И причем они появляются уже просто заскриптованно. То бишь, ты как только прикасаешься к ключу, сразу же в дверях появляется этот херов монстр. Но хрен с ним, я на самом деле собрал все ключи, ну, в принципе, ты вот уже видел, где они все находятся, и надо спуститься вниз. Давай спустимся вниз, посмотрим. Здесь эту дверь я открыл, и здесь... Тихо. Здесь у нас, походу, эти самые катакомбы. Походу, здесь тоже что-то есть, но не знаю что. Сейчас мы с тобой это узнаем. Узнаем, что здесь есть. Потому что, честно говоря, только что здесь ходил какой-то мясник. Хер его знает, куда он пропал. Но он куда-то пропал. Вы воспользуюсь ключом. Да, вот и все. Вот и открыта дверь. Значит, в принципе, надо собрать три ключа. И когда ты их собираешь, загрузка. Вот этот тот хер бузмугра. Это что еще за создание? Мало похоже на нормального человека. Такое ощущение, что тут людей вообще нет. А надо бы поаккуратнее, тут особо спрятаться негде. Да, вот здесь вот этот вот гребаный монстр. Блок 02, блок 01. О, батенька, ну короче, мы попали в какие-то катакомбы. Походу к психам. Походу к психам попали, ребятки. Мы посмотрим. Тихо. Записка. Так, это мы уже не читали, это мы не знаем. По какой-то причине всех переводят еще ниже. Это очень плохая новость. Ну, так себе, да, новость на самом деле. Но... Тихо. Сейчас надо быть аккуратнее. Здесь я уже не был, здесь я уже не знаю, что тут происходит. До этого я долго бегал упорно от этих монстров. Тихо. Ну-ка. Что тут? Походу, так, страшно. Вчера было очень шумно в коридоре. Люди кричали, наверное, всех согнали на уровень 3. Уровень 3, так, легенда... так, мне надо просто спуститься. Ладно, пройдемся по комнатам, пока нету этого гребаного монстра. Я надеюсь, что здесь больше не будет ничего. Ты слышишь эту херню? Я тебя погромче сделаю, чтобы ты понимал, насколько здесь звуки. Но они, как тебе сказать, мне не страшно. Так, чуть-чуть. Ляхи обдристаем, ляхи, ничего страшного. Ну все, все это нормально. Сектор 2. Нужен ключ. Понеслась душа в рай. Кто-то гремит ключиками. Ты кто такой? Покажись. Ключник. Надзиратель. Жопошник. Как тебе еще назвать? Я не знаю, как его еще назвать. Но... Ага, ключ. Хорош. Вы нашли ключ. Так, сектор 2, меня закрыли. Мне не нравится, что меня закрыли. Сука. Типа тебя заперли, а потом говорит, на, вылазь. Тихо ты. Пойдем вернемся назад. Пойдем вернемся назад. Здесь в этой игрушке очень непредсказуемо появляются монстры. Так, так, найти ключ от сектора. Открыть дверь в блок 8 и найти ключ от двери сектор 2. Окей, ладно, один ключик я нашел. Пока что игрушка заключается в том, что... Хорош! Вот это нежданчик! Игрушка становится страшней! Так. Тихо. Бляха, после открытия... Когда ты читаешь записки, пока не трогают, но что-то подсказывает, что в этот раз всем потравят, всех отправят вниз. Очень печально, когда ты открываешь записку, сзади может появиться какой-нибудь хер с бугра. И, честно говоря, этот хер с бугра, мне кажется, он еще появится. Я вот жопой чувствую, у меня прям детектор моей безопасности, он говорит...
Нужен ключ. Так, хорошо. А, вот этот ключ я нашел. Так, вот. Ну вот и хер с бугра. Вот и хер с бугра. Тихо. Тихо. Сука, эти звуки меня убивают. Иди сюда. Тэп-тэп-тэп-тэп-тэп-тэп. Да ну тебя нахер, ты ж побежишь, как обычно. Все, можно выключить. Бляха, ну он же стоит мертво вообще. Он же ни туда, ни сюда. Но я не хочу опять заново все бегать. Ты живой? Ты тень? Ты живой. И что-то ты как-то пятишься нехорошо. Бляха, а как его отогнать? Серьезно? Тебя надо как-то это самое обмануть? Дурик. Уже? Ты куда вообще смотришь? Етить, как тебя контузило, а? Ну ты живой, походу. Тихо. А! Походу бегать нельзя. Бегать нельзя, походу. Так, ну теперь этот контуженный будет за мной бегать. Хорошо. Пойдем вернемся в самое начало. Сейчас будет только найти это начало. Вот эту дверь я, по-моему, не открыл. Ага, хорош. Блин. Начинаются, мать его, лабиринты. Лабиринты начинаются, это печально. Да иди ты нахер так пугать. Собаки, а. Ключ. Так, хорошо, ключик. Ключик! Я сейчас возьму... Бляха, не залипай. Я очень боюсь здесь залипнуть, потому что это очень долго потом бегать, искать все эти выходы. Тихо. Тихо, ребятки. Блин. Серьезно, вот теперь страшно просто от того, что они могут появиться. Тут же еще какая-то херь есть, да? Уровень 3. Это похоже... Ага, нужен ключ. Ясно, значит, надо вернуться в сектор А. Главное не наткнуться на двух монстров. Там два монстра. Один монстр вот здесь где-то трется. Это вот тот, который там шастает. Хорош. Так, вот здесь эта тачка выскользнула. Запомнил, да, дорогу ты запомнил? Вот здесь был этот хер с бугра. Ну-ка, иди сюда. Контуженный. Вот сектор А. Вот здесь стояло это тело. Да ну нахер! Ну почему так? Ты видел, да, это? Ты видел, как только что утащили нашу тень. Видимо, это тот самый мясник. Я что-то не хочу туда заходить. Походу, он его сожрал. Он его сожрал, я туда заходить не хочу, мне сыкотно. Серьезно, мне сыкотно. О, ключ. Но заглянуть очень интересно. Бляха, мне так интересно. Ты его сожрал? Зачем? Там ключа нету? Нету ключа, походу. Ну ладно, я там ключа никакого не вижу, надо вернуться на уровень 3. Уровень 3, бляха, где уровень 3 был? Походу вот здесь. Походу был вот здесь, по-моему, вот сюда. Бля, да что же это такое? Твою мать, оно же сдохло только что. Тут, по-моему, все вечно живое и никогда не дохнет. Куда я попал? Не знаю. Я читаю то, что написано. Написано, да, вот так и написано. Так, вот уровень 3. Отлично. Вы воспользовались ключом. Замок открыт. Красота. Ребятки, у нас сегодня прям прохождение. Бляха, бляха. Загрузочка. Окей. Вот и уровень, о котором упоминалось найденную мной записку. Уровень 3. Сколько прошел ни одной живой души. Только хрен поймешь, что все какие-то неживые и не мертвые. Да, да. Игра приобретает немножечко смысл. Становится интересно.
Ладно, давай пойдем дальше. Че мы тут будем хищу мять? Так, по ключ. Хорошо. Смотри-ка, ключик сразу. Так, вы нашли ключ от закрытую дверь. Так, закрытая зона. Закрытая зона. Хорошо. Пойдем. Блин, ну это печалька. Она прям нагнетает. Мы нашли ключ в закрытую зону. Идет контуженный. Ты же его видишь, да? Да, надо быстрее, надо ускориться. Контуженный идет прям за мной. О, еще один ключ, хорош. Зону Б, хорошо. Воу! Так, два ключа. Это, походу, мое сердце уже стучит. Это, походу, мое сердце. Оно прям колотится. Я уже стараюсь аккуратно проходить, максимум аккуратно. Так, контуженный идет. Я вижу контуженного. Контуженный хорош. У меня три ключа. Сейчас надо будет, чувствую, бежать от контуженного. А, он начал руками дергать. Ты погляди на него, а. Давай, давай, сюда смещайся. Хорош, молодца. Молодец, молодец, молодец. Я надеюсь, он единственный здесь. Тихо, тихо. Бляха, муха. Так, куда у меня надо? У меня до хрена ключей с собой. Так, нужен ключ. Да серьезно, еще один ключ нужен. Ты охерел, что ли? Я столько ключей собрал. Так, походу здесь просто не надо тормозить. Тормозить не надо, здесь просто какие-то камеры. Людей нету и... Здравствуйте. Че, приглашаешь, да? Типа, заходи. Хера там. Хера он там приглашает, ага. Спит и видит, как приглашает, ага. Сейчас. Хрен тебе на воротник, он говорит. А не приглашает. Ага, закрыл намертво, да? Не, не знаю. А кто дверь тут открывает? Так, записок больше нету. Блок Б. Хорошо, зона Б. Вы воспользуетесь ключом. Хорошо. Сзади я все собрал. Это радует. Твою ж мать, это просто... Я бы обосрался бы здесь бегать, если бы будь я каким-нибудь искателем сокровищ. Ну и нахер эти сокровища, честное слово. А08. А08 это, по-моему, назад. Мне кажется, назад этот был вход. Закрытая зона. У меня есть ключ от закрытой зоны. Давай-ка вернемся назад. Я проверю, что та дверь, которую я не открыл, она открывается. Потому что будет обидно, если я ключом сейчас не воспользуюсь. А она как раз А08. Да, А08. Подожди-ка, А08. Это 09. Вот здесь, вот, по-моему, дверь была. Так, контуженного нету здесь. Да, вот эта дверь. Вот эта дверь, да, вот она. Ага. Здесь наверняка будет ключик. Да. Ключик будет по-любому. Хорошо, это мы помним. Это мы молодцы. Так, это мы здесь были, 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 были. Давай-ка, давай-ка, давай-ка. Так, где-то закрытая зона была. Вот здесь, сюда, закрытую зону. Пойдем в закрытую зону. И тихо. Ага. Так, у вас пользуется ключом. Ага, здравствуй, контуженный. Здравствуй, второй контуженный. Твою ж мать, их там три человека. И что делать? А, и вы так разошлись, да? Молодцы. Меня нету тут. Тихо. Нету меня здесь. Хорош. Я красавчик. Давай, давай, давай. Бегом, 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 бегом. Давай открывай. Отлично. Красота. Ну, здесь надо было просто подождать. Просто подождать. Загрузка. Ну, ребятки, вот честно, вот уже не хочется прям заканчивать на самом деле, потому что, серьезно, так хорошо идет. Давай уже продолжим игрушку. Не будем закрывать на этом сюжетную линию. Я надеюсь, что это последняя комната.
И, честно говоря, я, мне кажется, очень близко к сокровищам. Потому что этот дятел, вот этот жирный, который идет впереди меня, у меня, мне кажется, куда-то меня ведет. Бляха, ну у него тесак там просто нереальный. А, ты меня заметил? О, я не знаю, пробегу я ли я так. Не, не пробегу, наверное, так. Чувак, успокойся. Да серьезно? Вот странно, что ни у кого из них нету никаких рисунков. То бишь, скины им не нарисовали, разработчики поленились. Хотя могли бы и нарисовать, на самом деле. Ага, там тупик. Ладно. Есть, курить. Ха-ха-ха, ты мертв. Ты мертв. Вот такая вот, так сказать. Так, не, ну давайте продолжим игру. Чё мы уж тут... Так, а что за задание? Ну вообще, на самом деле, я думаю, что надо просто тихенько пройти. Смотри-ка. Я просто загляну сюда. Типа я тут погулял, посмотрел. Подождал, пока тот перец там где-то шастает. Тихо. Ага, вот так вот. Хорош, вот теперь можно пробежать. Хорош, он кого-то рубанул. Он кого-то рубанул. Ключи есть? Есть ключи? Нет ключи. Окей. А, ну вот и все, смотрите. Беги давай, беги! Тихо. А куда бежать? Тихо, 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 тихо. Тут даже заставки какие-то есть, нихера себе. Охереть. Охереть, дай тебе. Да подожди ты так, вышибай дверь. А тут есть что-нибудь? Ключи, ключи какие-нибудь, ключи. Есть, нет никаких ключей? Бляха, зачем заглянул? Походу сейчас будет просто тупо лабиринт. Тупо лабиринт, и скорее всего тебе в этом лабиринте надо куда-то выбраться. Так, здесь тупик. Здесь тоже тупик. Главное, чтобы не надо было искать ключи, потому что если надо будет сейчас в панике искать ключи, это будет печально. Это будет печально, мы пошли направо, ты помнишь, да? Так, бляха, куда? Налево, направо, куда? Наверное, сюда. Я думаю, что сюда, не знаю почему, у меня чуйка, что сюда. Главное, чтобы ключи не надо было искать. Будет обидно, если надо будет искать ключи. Так, если это не спасительная дверь, это будет жопа. Хе-хе-хе, спасительная дверь. Запомнил, да, путь? Дверь закрыта, теперь все. Живым мне отсюда не уйти. Да, живым не уйти. Так, Кирилловские холмы и ныне хранят много тайн. Пещерные ходы до сих пор остаются неисследованы, и их происхождение не выяснено. Быть может, кому-то все же удастся проникнуть в глубину пещер и отыскать сокровища. Быть может, быть может. Если они, конечно, там есть или существовали когда-либо, то хер ты их найдешь. Если они, конечно, там есть или существуют когда-либо. Продолжить. А что-то он повторяется. Если они, конечно, там есть и существовали когда-либо. А в чем фишка продолжит? А, видимо, надо все-таки найти ключ. Давайте-ка продолжим игру и посмотрим, все-таки надо найти ключ. Ключ все-таки существует, но его надо найти. Мы не можем оставить эту игру так просто, потому что это одна из концовок, скорее всего. Значит, этот монстр уходит, ты пробегаешь, и надо искать ключ. Надо искать ключ до тех пор, пока ты не дойдешь до железной двери. Как только зайдешь в железную дверь, соответственно, ключ тебе понадобится. Как я и говорил, ключ здесь нужен. Отлично, красиво.
Значит, смотри, ключ здесь. А ты знаешь, что, скорее всего, в чем фишка? Что ключ, скорее всего, именно в той комнате, в которой он сейчас вот там режет мужика. Давай-ка мы это проверим. Открывай. Не хочет открывать. Ладно, хрен с ним. Хрен с ним. У меня подозрение, что все-таки ключ вот там. Ключ вот где вот этот монстряга. И тебе надо, скорее всего, бежать. Причем бежать, скорее всего, да, надо отсюда текать. И ключ должен быть где-то. Давай еще раз попробуем, побегаем. Тихо. Мне кажется, ключ... Так, здесь ключа не было. Здесь ключа не было, тихо. Так, я в прошлый раз пошел направо, там его не было, налево тупик, я пошел направо, значит, вот здесь я не был. Мне кажется, здесь должен быть ключ. Да, вот здесь этот перец. Этот перец не такой страшный, поэтому я думаю, что должен быть ключ. Должен быть ключ, где-то должен быть ключ. Так, ты не должен меня трогать, хороший. Ты меня не тронул, это хорошо, это красиво, это ладно. Должен быть ключ, по-любому должен быть ключ. В этой игре я больше чем уверен, не все так просто. Музыка, бляха. Так, а тут что? Окей. Дверь закрыта. Все, живи, мне отсюда не уйти. Вообще, куда бы ты ни пошел, везде нужен ключ. Да, да. Вот такой вот конец, по сути, здесь. Нету другого выхода. Я думаю, что все так и задумано. Хотя на самом деле очень странно. Очень странно. В общем, вот такая вот игрушка. Вот такой вот у нас финал, конец. Мы ее прошли, мы молодцы, мы красавцы. Игрушку можно скачать на Google Play. Игрушка под конец стала только интересной. Под конец стало немножечко страшно. Под конец немножечко напрягла игра в том плане, что ты бегаешь, ты что-то боишься. И честно, вот под конец она стала какой-то вот... какой-то смысл приобрела. Но, судя по игрушке, я могу сказать только одно, что игра... Ну, концовку хотелось бы две, на самом деле. Может быть, вторая существует, но я ее не нашел. Я не нашел ключа, и, соответственно, он, возможно, существует, но мы слишком долго уже бегаем, поэтому мы уже не будем сегодня его искать. Ты можешь поискать, кстати, вот тебе будет задание, поискать, так сказать, ключ. Если ты найдешь, и ты найдешь сокровище, то красавчик, молодец, тебе скрадили что-то, напустим, вот и вот сокровище, вот и богатый перец тебе. Можешь купить себе машину, квартиру, виллу, девочек и все остальное. Да, и будешь радоваться жизни. Возможно, но я этого не нашел. Я не нашел. И вот такую концовку я тебе показал. Попробовал две двери, обе двери приводят к одному и тому же. Так что вот такие вот пироги. Подписывайся на канал, ставь лайки, комментируй. Все ссылочки будут в описании. Как нас найти в социальных сетях. А на сегодня я с тобой прощаюсь. Поэтому до встречи в следующих сериях. Ребятушки, не пропадайте. Дальше только больше. А на сегодня это все. Пока!